Да, друзья мои, напоминаю еще раз, значит, синие ползунки – это мальчик, розовые – девочка. Пожалуйста, мужчины, проявляем мужскую солидарность, пожалуйста. Кто куда, женщины, тоже подтягивайтесь. Мужья еще заработают. Так, внимание, осталось 5 секунд. 4, быстрее, на мальчика, пожалуйста, давайте быстрее. 4, 3, 2, быстрее, 1, все, считаем, стоп. Ага. Все, с явным преимуществом победил мальчик. Ну что, доктор, пожалуйста, вот это вам. Теперь надежда только на вас. Нужен мальчик. Спасибо. Угу. Я сделаю все, что в моих силах. Надеюсь. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет. И на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы скажите мне, пожалуйста, вот правда, что вот существуют такие вот диски, которые помогают выздороветь? Да, конечно. Но мы же в век инноваций живем. Что вас беспокоит? Вот лично вот меня, у меня оно очень повышенное давление. Угу. Так, а вот... Возьмите. Тут море шумит, птички летают. Полный релакс, никакой химии. Я поняла. Скажите, а вот у моего мужа наоборот, очень низкая. Есть у вас? Что? Вот, вот, рекомендую. Давление подскочит на раз. А что у вас здесь? Решающие матчи сборной России по футболу. С Англией, Голландией и Испанией. Действует безотказно. Я вам очень благодарна. Угу. До свидания. До свидания. Кто там? Девочка, открой. Это товарищ Сталин. Неправда. Это не товарищ Сталин. Товарищ Сталин умер 5 марта 1953 года. Ему было 74 или 73 года. Неточность от того, что нет стопроцентных данных о его дате рождения. Похоронен был в мавзолее Ленина, а в 1961 году перезахоронен в некрополе Гумилевской стены. Так, Добржинская учила, Добржинская молодец, Добржинская 5. Еще у нас Базенков. Базенкова двойка по Ивану Грозному. Но держись, Базенков. Идет к тебе Иван Грозный. Понимаете, я не знаю, что мне делать. Я в свое лобовое стекло совершенно не вижу дороги. Это днем. А когда стемнеет, я вообще ничего не вижу. Я сейчас до вас еле доехала. Помогите мне, пожалуйста. Сейчас глянем. Да. Беда. Придется лобовое стекло заменить. Что, полностью? Ну, а как вы хотели? С таким ездить опасно. Да? Да. Ну и что это будет? А пойдемте, я вам покажу. Вот, как-то вот так. Новая партия безопасных лобовых стекол. Последний писк в Европе.
Вот такая подарка вас устроит? Ну, как-то это совсем это как-то не гламурненько. Ну, если в Европе последний писк, то... Писк, 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 писк. Писк. Пожалуйста, деньги. Добрый день. Здравствуйте. Валюту меняете? Да. Будьте любезны. Число? Да. Вы знаете, эта купюра поддельная. Не может быть. А что с ней не так? Нет водяных знаков. А-а-а. Спасибо, спасибо большое. Учтем. Ах ты, ребенушка моя, водицы принесла. А что это, одно ведро полное, другое пустое? А потому что мне так удобней. Слушай, скажи, у тебя здесь дорого? Да нет, не очень. Ты знаешь, я же ведь никогда не ела суши. Правда? Ну да. Ну сейчас попробуешь. Хочу так это. Официант! Будьте добры, принесите, пожалуйста, вот эти не очень дорогие суши. Сейчас сделаем. Что так интересно вообще. А ты часто здесь бываешь, а? Да, приходится. Ой, какой везучий. Так, здесь так интересно, да? Ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо. Слушай, какое вкусное суши. Нравится, да? Ты знаешь, чем-то на наши пельмени похоже. Есть маленько, есть. Да? Слушай, а ты была когда-нибудь в итальянском ресторане? Нет, не была. Завтра сходим, лазанью попробуем. Круто! А на что это похоже? На нашу жареную картошку. Да ладно! Громко-то сейчас. Ой, как вкусно! Слышь, командир, что это за болотная жижа? Жрать невозможно. Жри давай. Этот борщ, между прочим, моя жена готовила. Слышь, лейтенант, отдай мне мою кашу. Ага. Хренушки, каша вкуснее. У меня жена то не досолит, то пересолит. Так что ты жри давай и не выеживайся. Не на курорте. Молодая, красивая. Случилось что? Не найдется пару литров бензинчика, а? А чё ж не найдется? Найдется. На такой женщины все найдется. Чё ж, забраться забыли? Да нет, вы понимаете, в том-то дело, что не забыла. Может, у меня бак подтекает, я не знаю. Бак? О, а что это за машина такая, а? Бак подтекает. А у вас вон еще, точно, масло он подтекает. Да? Конечно. Стекло он поцарапанное.
Молдинг не прикручен. О, ударенная. Ну, ударенная. Ну, не то, что моя, он. Прямо из салона. Позавидовать можно. А тут что? Вон жучками все побитое. Ой, двери стали ржаветь. Вон краска отлупилась. А вы это что делаете? Завидую. Добрый день. Добрый. Вам чем-то помочь? А у вас есть поисковые собаки? К сожалению, мы вот только щеночков продаем. Жаль. Ну, ладно. Мужчина, вы знаете, ну, если вам очень надо, мы, конечно, можем поискать за дополнительную плату. Да, конечно, хорошо. Только, знаете, мне не нужна какая-нибудь там суперследопыт. Нет. Мне достаточно, чтобы она находила три вещи. Носки по утрам, деньги, которые жена спрятала, ну и собутыльник. Все. Ты шутишь жизнью, Кент. Ты шутишь жизнью, Кент. Своей жизнью играл не раз я. Своей жизнью играл не раз я. В войне с врагами. И снова для тебя играю ею. И снова для тебя играю ею. Слышь ты, родной, заткнись, пожалуйста, а? Если ты знаешь спектакль, дай другим людям нормально посмотреть. Так это... как бы... вот. Действительно? Возможно. Что-то в этом есть. Наверное, да. Наверное, да? Извините. Прочь с глаз моих. Прочь с глаз моих! Открой их шире, Лир. Открой их шире, Лир. И приглядись внимательнее к другу. Совещание задержали. Это тебе. Ой, какие красивые. Ну что, пойдем погуляем. Ну, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, меня интересует вот летняя резина. Есть что-нибудь? Одну секундочку. Пожалуйста. А что вы смотрите? Гавайский вариант. Ой, слушай, ну ты у меня такой мачо. Это было что-то. Ой. Ты же знаешь, я не курю.
аккуратнее с игрушками, пожалуйста. Коля, не трогай Машеньку, но она сидит спокойно играет. Ну что ж ты какой у меня, а? Добрый день, дамочка. Здравствуйте. Где мой пацаненок-то? А вот он. О. Вот он, Арсений, иди сюда. Только вы знаете, я должна сказать, что он совсем не умеет играть с детишками. Иди. Да ладно, что вы такое говорите? Не умеет он играть. Он иногда сядем, так он меня обыгрывает. Я так думаю, что у вас тут либо колода крапленая, или он. Друзья его против него на одну руку шпилят. Шпилят? Шпилят. О, я говорю, шпилят. Да. Ну что, пойдем домой, катала. До свидания. До свидания. На одну руку шпилят. Короче, как я тебя учил? Главное, следи за оборотами. Сначала первая, потом вторая и третья. Помнишь? Помню. Тогда поехали. Первая. Вторая. Как обороты? 4,7. Нормально. Третья. Ну как? Нормально. Вот. И вот только теперь можно заводить. Давай. Да возьмите, спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Ну. Добрый вечер. Добрый вечер. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да. Вы знаете, мне вот тут жена список написала. Угу. Только я ничего понять не могу. Угу. Ну, давайте я посмотрю. Угу. Дорогой, мне нечего носить на работу. Угу. А, так это сережки. Сережечки, да, вот смотрите, вот эти вот. Видите? Угу. Они у нас сейчас по акции со скидкой идут. Угу. Вот. У всех мужики как мужики, а ты... Ага. Так это золотой браслет. Золотой браслет, вы знаете, вот я предложу вам вот этот вот вариант. Угу. Очень симпатичный, а-а-а, так? Ой, ты посмотри, какая прелесть. Ага. Ну, только это, конечно, кольцо с бриллиантом. Да. Вот, смотрите. Смотрите, вот тут у нас есть отличный вариант. Видите? Вижу. Да. И сколько это все может стоить? А так вот тут написано. Да стоит ты всего ничего. Ты на колеса своей развалюхи больше потратил. 60 штук, что ли? Ну, если быть точной, 62. Ну, понятно. Ой, ну, выписывайте. Вот гляди, Альбертыч, какие у нас в огороде помидоры выросли. Ты знатные помидоры. Да. А чего вы нас удобряете? Это я не знаю. Это жена. Книжки покупает, чем удобрять, как удобрять, это у нее надо спросить. Я вот тут тоже ничего не понимаю. У меня Машка удобрениями занимается. А хочешь наш кружовник попробовать? А давай. Машка! А? Неси кружовник сюда! Здорово! Привет. Иванович, попробуй кружовничек наш, а? Ты знаешь, Альбертович, у меня от кружовника как-то живот крутит. Ой. Ой. Странный он какой-то. Ну, иди, работай. Давай. Что там, а? Люди добрые, здорово будьте.
Дайте водиться напиться путнику-то. Устал с дороги, сдалече иду. Добрый день. Разрешите представить нашу новую чудо-метлу. Наша метла проходит 44 испытания надежности и качества. Изготавливается из натуральных, естественных материалов, что придает ей прекрасное удобство, комфорт и высокую эффективность работоспособности. Более 40 сертификатов имеет по системам всем безопасности. Это цель многолетнего труда и опыт, вложенный для удобства, эффективности и комфорта. Для того, чтобы убедиться в нашей чудо-метле, в ее несравнимости перед другими метлами, разрешите провести качественную демонстрацию этой метлы. Да пошел ты к лешему! Как ты? Зубе! Мамаша! Хозяйка, дай хоть водиться-то напиться из добычи. Идем, да, идем, да, идем. Валетик. Десяточка. Привет всем бродягам 303-й хаты. А это кто? Это Миха, татуировщик. От души. Страшный человек. Считай, уже лет 20 по зонам чалится. Авторитет, что ли? Круче. Авторитеты его боятся. Один из них с ним повздорил, сцепился, так Миха ему такую жизнь устроил. Пришлось на другую зону пленять. А ты откуда знаешь? Я сам тоже пострадал. Малой был горячий, сцепился с ним. Так вот теперь ни в баню, ни на пересмотр. Что я здесь делаю? Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла.